Друг, ты все еще хочешь попасть в лучший комментарий? Тогда я не пойму, почему ты все еще не поставил лайк и не написал свой комментарий. Как это сделали эти ребята? Давай скорее кликай на кнопку подписаться. Также не забывай про свой драгоценный лайк и пиши свой комментарий, чтобы оказаться в следующем ролике. Удачи и приятного просмотра. И всем огромнейший привет, друзья. С вами, как обычно, я, Саня. И не только. Вы посмотрите, кто тут со мной рядышком. Пацаны, лайкосик прожмите за вот эти красивые глазки и мягкую мордочку. Прожмите, пожалуйста, буду очень сильно благодарен. Хотя, Манюнька, ты либо спи у меня на коленях, либо иди отсюда нахрен. Друзья, мы с вами сегодня будем играть на проекте MIFRP. MIFRP — это копия типа NextRP, но не будем об этом, это уже отдельный проект. Поэтому, друзья, сегодня я вам покажу кое-что интересное. Надеюсь, вам это понравится, потому что именно на этом сервере только такое есть. Больше нигде нет такого. Итак, ну, приступим. Погнали. Только на этом проекте есть вот такой вот чип-тюнинг, куда ты подъезжаешь, заходишь в настройку. У меня тут есть некие настройки. И мы сейчас выберем с вами... Подожди, загрузить. Дрифт-настройка. Есть. Все отлично, все работает. И мы сейчас поедем на специализирующую трассу. Мы не будем как лихачи наводить суету на трассах общего пользования. Мы поедем на специализирующую трассу, которой нет ни на одном проекте. Только здесь есть. Ребят, ссылочки все в описании. Как скачать, как начать играть на этом проекте. Это жесть моей доброй воли. Потому что, ну, проект стоит того. Если вы любитель МТА проектов, то вам стоит сюда зайти. Итак, вы видите некую табличку дрифт. Подъезжаете к ней, нажимаете двоечку. И мы с вами переносимся на дрифт-площадку, специализирующую трассу. И давайте все-таки... А давайте я вам покажу, как тут выглядит пит-стоп. Забавно сделали, ребята. Тут такая вот трибуна. Тут даже гараж есть. Интересно, а можно туда заехать? Да, можно сюда заехать. Прикольно. Прикольно проработано. Тут вот гараж наполовину. Извините, котка. Наполовину открытый. Это боксы, я так понимаю. Это боксы для гонщиков. Пока что гонок нет, они все закрыты. Итак, давайте глянем на саму трассу, как она выглядит изнутри, как ребята ее проработали и что тут можно на ней показать на своем автомобиле. Берете любой абсолютно автомобиль, не обязательно с тюнингом там. Ой, вот это вот красиво было, вот это вот за... Ой-ой-ой-ой, что творит этот камерунец? Вы посмотрите, видели? Какие заносы с элементами касания. Я балдею, ребят, сейчас кончу. Так, немножко. Не хватает мощности до этой BMW, чтобы уходить длительные какие-то заносы, повороты. Но меня как бы все устраивает. То есть можно на тачке вот так вот суету понаводить здесь на трассе. Это очень круто, ребят. Ни на одном проекте МТА, особенно на Next, я не видел такой трассы. На Next, да, есть там своя трасса. И то она такая узенькая, не подрифтить, ни хера. Там, ну, просто там кольцевые гонки, да, насколько я помню. И больше там ни хрена нет. Единственное, что еще не хватает данной трассе, так это очков дрифта. Вот когда начнутся тут очки, топы, лидерство и так далее, мне кажется, тут народу будет очень много. И просто каждый будет хотеть перебить тот либо иной результат. Ну, это я врезался немножко, не справился с управлением. Кстати, друзья, напишите в комментариях, как лучше, когда я снимаю ролики с вебкой или без вебки. Это очень важно. Ну, и найдутся те, которые скажут, вообще похую. Вообще похуй, абсолютно. Даже двери открыта. Вот. Но по мне так и так нормально. Я буду стараться, наверное, больше с вебкой снимать, чтобы видели мою эмоцию, чтобы видели мой ебальничек у себя на своих мониторах. Но также можете написать в комментариях, что вы думаете про эту трассу. Есть у нее будущее или нет. Но по мне так по кайфу сюда зайти, так пару минуточек покатать. Особенно протестировать тюнинг, который, допустим, вы настроили на своей тачке. Там, допустим, купили какую-нибудь бэшечку. И намотали ее на забор сразу. Да. По мне так круто. Трасса тут достаточно широкая и позволяет до всяких маневров.
очень, очень круто. Не хватает только очков дрифта. Вот единственное, чего не хватает. Ну а так, ребятам огромный респект за их старания, за их работу. Мне очень нравится. Я думаю, и вам тоже. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, что творит этот молодой человек? На второй нормально она, в принципе, едет, так вальяжно дрифтит. Мощности не хватает, но пойдет. Так, трассу, в принципе, я вам показал. Заходим, кнопочку вот сюда заезжаем. И кнопочка 2 также выбрасывает вас обратно вот сюда в город. Также я хотел глянуть, что новенького завезли на этот проект. Я думаю, вам будет тоже интересно. Сегодня у нас такой обзор дрифт-площадки. И также обзор, что ребята новое добавили. Акции. Так, премиум. Уникальные предложения. Jaguar. BMW E24. Так это победа какая-то, BMW. Это победа. Почему здесь написано BMW E24? Я же не помню такую BMW. Может, я что-то путаю? Напишите в комментах. Может, я туплю. Кадиллак. Вот этот Кадиллак я себе куплю обязательно. На обзорчик я его затюню. Охуенная тачка. BMW X6. Может, до коллекции тоже куплю. 750, а Nissan 350Z. Все, что ли? Больше ничего нет. Номера есть, оружие есть. Уникальное предложение посмотрели. Премиум, акции, пополнение. Главное. Так, а по кейсам? Что нового по кейсам? В принципе, ничего нового нету. Ничегошеньки нового нету. Я предлагаю, давайте кейсики какие-нибудь пооткрываем, раз мы что-то собрались. Где мой самый везучий кейс? Нет. Ну да, вот этот хороший кейс, но не хочу я его открывать. Мне нужно что-нибудь такое, что-нибудь пиздатое, чтобы потом можно было это дорого, допустим, продать. BMW... А где BMW? На картинке BMW, а BMW тут даже не пахнет. Mercedes, три Mercedes. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Короче, не судьба нам, походу, сегодня кейсы пооткрывать. Какая-то техническая проблема на MIF-RP. Но думаю, на этом ролике можно и закончить. Пишите ваши комментарии, прожимайте палец вверх. Подписывайтесь, самое главное, на канал. С вами был Саня Играт. И увидимся в следующем видеоролике. Пока-пока. No!